Для кетчупа нам понадобится сладкий красный перец, помидоры, лук, чеснок, хмели сунели, черный перец, пажитник чаман, лавровый лист и соль. Все это моем и нарезаем на крупные кусочки. Все это я уже помыла, подготовила, порезала. Сейчас буду пропускать все через мясорубку. Которой вам удобно варить. И все это, то, что мы накрутили, наливаем сюда. Лук, чеснок, красный перец и помидоры. Добавляем также все специи. Лавровый лист, пажитник, черный перец, хмели-сунели и соль чуть-чуть. Ставим на огонь. Как только закипит, уменьшаем огонь и варим 2 часа. А потом даем остыть. Все у нас остыло. Сейчас все это будем пропускать через сито. Thank you.
Вот что у нас получилось. Ставим на огонь и варим 30 минут с момента кипения. Добавляем соль и яблочный уксус. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Если не хватает соли, добавляем еще. Крахмал заливаем водой. Хорошенько перемешиваем. Заливаем и хорошенько перемешиваем. Варим 5 минут. Разливаем по банкам и закрываем. Вот что у нас получилось. Вкусно и без всяких добавок.